Губернатор Андрей Бочаров принял участие в переговорах с чрезвычайным и полномочным послом Индии в истории Волгоградской области. Это первый визит такого высокого уровня. Посол пробудет в регионе несколько дней, проведет ряд встреч, в том числе и с журналистами. Главные вопросы для обсуждения – это развитие экономического потенциала двусторонних связей. Россию и Индию связывают давние дружеские отношения. Сегодня индийские инвесторы вкладывают средства в развитие промышленности нашего региона, в том числе Волжского абразивного завода. Сегодня речь идет о том, что рамки сотрудничества необходимо расширять. Самые перспективные отрасли – химия и фармацевтика. Индия знает о нашей продукции, которую мы поставляем из нефтехимического комплекса на территории Индии. Площадки, расположенные на территории, имеющие хорошую инфраструктуру, хорошие энергетические мощности, позволяют сегодня расположить на территории Волгоградской области любой нефтехимический комплекс с высокой степенью эффективности и экологической защищенности. Продукция данного комплекса может быть использована как предприятиями российской территории, в Индии, в Европе и в Америке. Индийские гости поблагодарили за создание благоприятного инвестиционного климата, за который отвечает администрация региона. Гости намерены сотрудничество развивать. Я хочу поблагодарить вас и ваше правительство за то содействие, которое вы оказываете. Мы бы хотели привлечь больше индийского бизнеса, как в Волгоградскую область, так и другие области России. Этот визит очень знаковый, проходит на самом высоком уровне. Посол проводит в Волгоградской области несколько дней, его сопровождает супруга. В программе многочисленные встречи и переговоры. На вопрос, почему для поездки был выбран именно Волгоградский регион, специалисты отвечают, эта территория – образец взаимовыгодного экономического сотрудничества с Индией. Поэтому переговоры в преддверии предстоящей поездки в эту страну президента России Владимира Путина проходят именно здесь. Вы имеете представление о нашей стране. Наша страна очень дружеская страна. Страна с открытым сердцем и душой. И готовы также встречать друзей. Мы надеемся на теплые дружеские взаимоотношения. И уверены, что та дружба, которая есть между нашими народами, она здесь, на Волгоградской и Сталинградской земле, будет только укрепляться. А в качестве развития не только экономических, но и культурных связей власти региона предложили зарубежным коллегам провести в Волгоградской области Дни Индии.